Прошу, пусть это будет в последний раз. Согласен. Давай заберем древний камень и, наконец, покинем это место. Предатели, вы присоединитесь к остальным нефилимам. Война, эти ангелы не кажутся тебе странными? Трудно сказать, насколько Люцифер здесь все извратил. Но мы должны с этим покончить. Да, давай начнем с этих вот ребят. Всадники... Вы посмели вернуться? Абадон! Похоже, ты здесь застрял. Мы вернулись не по своей воле. Ты здесь еще со времен войны? Со времен бойни, да. Мне было поручено защищать это царство от вторжения, беречь его тайны от еретиков, вроде вас. Мы ищем здесь Люцифера. Похоже, ты его уже повстречал. Он разбил мое воинство, исказил его злом. Даже Астарта, моя величайшая воительница, обратилась. С Астартой мы уже разобрались. Больше она не станет мучить мертвецов. Я полагаю, мне стоит благодарить вас. То чудовище, это была уже не Астарта. Она была не просто воином для меня. Я не смог бы заставить себя сразить ее. Вы оказали мне услугу, но зло все еще отравляет наши ряды. Падшие ангелы одолевают нас. Их уничтожение станет актом милосердия и сорвет планы Люцифера. Сделайте это, пока я ищу источник порчи. Мы уничтожим все зло на своем пути, если это не помешает нашему заданию. Значит, пока мы союзники. Да, как обычно.
конечно, не эксперт, но я бы сказал, что это древний камень. В нем достаточно божественной силы, чтобы изменять целые миры. С ним нужно обращаться бережно. Большая сила. Ответственность. Я в деле. Убийцы! Мы отомстим за Астарту! Ваше присутствие оскверняет это место. Давайте возвращаться. Предупреди Вульгрима, чтобы готовился. Всадники, подождите. Нам нужна ваша сила. Помогите очистить это место. Хватит с нас уборки на сегодня. Раздор. Мы ведь можем все это закончить. Кто знает, вдруг наши падшие собратья тоже упокоятся. Мне правда не улыбается тут торчать, а тебе? И чем дольше мы тут, тем дальше от нас Люцифер. Послушайте. Наверху этого шпиля чудовище. Оно искажает злом моих братьев и сестер. Я больше не осмеливаюсь посылать воинов туда. Те, кто пал, теперь сражаются за него. Прошу, поднимитесь на шпиль и уничтожьте его. Будет сделано.
Мы снова здесь? После всего, что мы сделали? Мы сделали лишь то, что должно. Само существование нефилимов ставило равновесие под угрозу. Нефилимов? Ты говоришь так, словно мы перебили не наших с тобой сородичей. Мы всадники. Четверых из нас избрали из бесчетного множества. Судьба нефилимов была решена, когда Авессалом напал на Эдем. Их конец был предрешен. Неважно, кто их убил. Но ведь мы убили их! Порой я думаю, вдруг совет проверял, насколько далеко мы готовы зайти. Проверял нашу преданность? Кто знает. Но если что, я знаю, ты прикроешь меня. Не забывай, что и я прикрою тебя. Мы едем вместе в забвение!
Раздор! Как смеешь ты сюда являться? После всего, что натворил. Я бы на твоем месте больше беспокоился за свою шкуру. Какая спесь! Готовься заплатить за свои преступления! Готовься! Будем сражаться! Отсюда. Похороненная с остальными. Ты забрал этот кинжал из сокровищницы Мамоны. Чем он так примечателен? Однажды мне пришлось его использовать. И не ради благовидной цели. Мне удалось об этом забыть. Почти. Война, ты не знаешь меня. Я и раньше был убийцей. Мне не требовалось повода. Я этим наслаждался. Думаю, потому совет меня и выбрал. С прошлым покончено. Оставь его позади. Все мы уже не те, кем были. Я знаю, что я такое. И я готов марать руки за совет. Я всего-то хочу знать, зачем убиваю. И ты думаешь, я слепо им подчиняюсь? Думаю, если ты продолжишь про наш священный долг и поддержание равновесия, я тебя пристрелю. Ты прав, что сомневаешься, брат. Ты со мной согласился? Мне нужно присесть. Давай здесь закончим. Оставим это место с его призраками позади. Thank you.
тварь, похоже, и есть источник порчи. Есть только тьма! Есть только тьма! Наконец-то нефилимы упокоятся. Может, заодно и Абаддон от нас отстанет? Вернемся же в пустоту.
Древний камень, дайте его сюда. Надеюсь, с ним бережно обращались. Очень бережно. Это что, запекшаяся кровь? Кажется, она уже там была. В любом случае, я, как и обещал, наверное, смогу запечатать врата Люцифера в Эдем. Оставьте меня. Полагаю, нужно хлопнуть этого слизняка, пока еще не поздно. Не совсем. Вам стоит поговорить с Самаэлем. У него тревожные новости. Тревожные. Вы нашли древний камень. Врата Люцифера в Эдем скоро будут запечатаны. Но, боюсь, он уже закончил там все свои дела. Он обещал Эдем другому. Другому? Дагону. Этот самопровозглашенный король-утопленник занял Эдем по какому-то договору. Он уже начал очищение. Ну, звучит вроде неплохо. Очищение Дагона — великое наводнение, которое затопит весь мир. Все живое будет смыто. И он будет строить свое королевство с чистого листа. Полагаю, нужно хлопнуть этого слизняка, пока еще не поздно. Дагон полагается на своего подручного, призывателя бури, чтобы вызвать наводнение. Остановите этого шамана и его приспешников, и вы сорвете планы Дагона. Знаешь, часть меня не против того, чтобы Эдем перестал существовать.